корчеволжимовость вместе с ягодами. Продают одно, а растет другое. Ну, в принципе, может и еще ничего в качестве витаминов. Но такая горькучая. Очень горькая, да и мелкая. А ягод много. Но я не про это. Рядом растет крупная, ну раза в два точно больше. И с легкой горчинкой. Не знаю, что за сорт. Классно. Но я не об этом. Начал тут укорчевать. Яшма полезла. Такая коричневая. И тут обычно красноватая была. Огород пашешь, она попадает. Хрустит какой-то камень. Ну, это кварц. То кварц, то яшма. Кварц, 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 кварц. Клад, 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 клад. Так, до центра земли тут дойдешь. Есть, конечно, здесь кварцевые жилы. И рядышком. Ну, метров 300 точно есть. Гадость какая. Так, ладно, выключу пока контурю тут. Ну, конечно, вот в этом вот, в одном месте хрустит. Ну, кварц там. Вау. Да. Ну, ясно, конечно, что здесь жилка кварцевая. Вот она, глубже копать так. Можно подсечь, только кварц не тот. Сейчас вымоем. Хрень какая-то. О, все, половина камней такие.
кварц, да не тот. Ой, какой-то яшмой тут. Нет, там только яшма нормально это. Не знаю, что это такое. Порода какая-то. Яшма. Вот она, черемуха. Нет, это не родная яшма. Это когда под кусты, видимо, подкладывал навоз. Вместе с ним откуда-то приехала. Это точно с глинки был. Мыла машина. Вот так вот бывает. Ну, чем глубже, тем интересней. И это тоже, наверное, порода не отсюда.